Избирательные комиссии организуют подготовку и проведение выборов в Кыргызской Республике, обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Кыргызской Республики. Единую систему избирательных комиссий Кыргызской Республики образуют Центральная избирательная комиссия, 54 территориальные избирательные комиссии, 2464 участковые избирательные комиссии. Избирательные комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Кыргызской Республики, Конституционным законом о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Чогорку Кенеша Кыргызской Республики, Конституционным законом о референдуме Кыргызской Республики, законом о выборах депутатов местных кенешей и о местном самоуправлении, законом об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на принципах законности, гласности, открытости, независимости, коллегиальности, справедливости, беспристрастности. Центральная избирательная комиссия – постоянно действующий орган, состав которого обновляется каждые 5 лет. Центральная избирательная комиссия состоит из 12 членов, включая председателя, 2 его заместителей и 9 членов комиссии. Члены ЦИКа назначаются Жогорку Кенешем по представлению президента Кыргызской Республики, парламентского большинства и оппозиции в равных долях. Территориальная избирательная комиссия формируется ЦИКом сроком на 5 лет в составе не менее 11 членов. При этом одна половина членов являются представителями от политических партий и половина от представителей представительных органов местного самоуправления. Каждая партия может быть представлена не более чем одним членом в комиссии. Из представителей органов местного самоуправления формируется резерв. Участковая избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из представителей политических партий и резерва из представителей органов местного самоуправления сроком на 5 лет. Количественный состав участковых избирательных комиссий зависит от количества избирателей на участке. Так, на участках с количеством избирателей до 500 должно быть не менее 7 членов комиссии. На участках с количеством избирателей от 501 до 1200 должно быть не менее 9 членов комиссии, а на участках, где голосуют свыше 1201 избирателя, не менее 11 членов комиссии. Количество членов участковой избирательной комиссии может быть изменено при необходимости в процессе деятельности по предложению участковой избирательной комиссии, одобренному территориальной избирательной комиссией. Резерв территориальных участковых избирательных комиссий формируется сроком на 5 лет из числа представителей представительных органов местного самоуправления в составе не менее предусмотренного количества членов соответствующей избирательной комиссии. Члены избирательной комиссии периодически проходят обучение специально обученными тренерами. Кроме этого, в обучающем процессе применена электронная платформа. Это эффективный инструмент, обеспечивающий непрерывную устойчивую систему обучения и требующий меньше организационных и финансовых затрат. Электронная платформа в обучающий процесс была внедрена в 2017 году. В ней размещены тесты для самопроверки по различным аспектам выборов. edu.shailo.gov.kg. В целях единообразного и точного применения законодательства налажен регулярный прямой контакт ЦИК с избирательными комиссиями. Регулярные встречи, электронные консультации, которые обеспечиваются связью через планшеты с ТИКами и отдаленно расположенными УИКами. Обеспечение избирательных комиссий методическими материалами, журналы руководства и нормативно-правовыми актами. Проведение онлайн-обучения согласно графика. Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов, референдумов производятся за счет средств республиканского бюджета, которые распределяются Центральной избирательной комиссией между нижестоящими комиссиями.